по специальному приглашению Владимира Уйба в Ухте побывал и Сергей Сотников. Накануне памятной даты он поблагодарил легендарного хранителя аэродрома Ижма за подвиг десятилетней давности. Люди, что называется, вторую жизнь обрели благодаря тому, что вы не остались в стороне, не запустили полосу, не дали ей превратиться там в склады пиломатериалов или еще чего-нибудь там, грунта, песка какого-нибудь и так далее. Не дали зарасти этой полосе. И тем самым я говорю, вот сейчас снова там возвращаемся к этому. Я говорю, по сути, просто человеческая порядочность и профессионализм, просто верность долгу своему. Потому что это очень дорого стоит, тем более мы тогда с вами разговаривали, когда мы начали сокращать и ставки, и оклады, и можно было плюнуть, просто сказать, да, да, сидите вы со своей тут полосой сами. Поэтому, конечно, вам еще раз просто от огромное человеческое спасибо от всех людей.